можжевельник китайский Blue Alps не отличается особой прихотливостью и обладает красивой и эстетичной формой. Карликовое растение может достигать от 50 до 90 см в высоту и иметь диаметр разрастания около 2 метров. Blue Alps пригоден для посадки на любых типах почв и станет прекрасным украшением для дачного участка или уличного сада за счет своей симпатичной формы. В течение всего года листва растения имеет серебристо-голубой окрас, за счет чего можжевельник выделяется на фоне многих представителей своего вида. Для выращивания растения лучше всего подойдет хорошо освещенное пространство либо полутень. На нашем сайте spelov.ru вы можете заказать саженцы этого растения по хорошей цене. Ссылку на страницу заказа вы найдете в описании под этим видео. Ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал и узнавайте первыми о новых и интересных растениях.